Значит, это еще не конец. Че нам еще с женой придется драться, что ли? Это же ни в какие рамки не лезет. Хочешь сделать, Мира? Так, глава 15, конец этого мира. Ищите Миру. Мира сделала конец этому миру. Черт! Мира, куда ты делась? Знаете, сколько мне нервов потратили. И еще. Так, там ящики какие-то, по-любому еще что-то будет. Печки. А это что? Уже все. Давай мы с тобой заберем Лили и уйдем отсюда поскорей. Мы снова будем семьей. Прошу тебя. Я знаю, ты меня слышишь. Я должна защитить Лили. Ты уже защитила. Стефана ее не тронет. И Теодор тоже. Они мертвы. Да. Хорошо. Иди.
Себастьян, скорее, уходи. Нет, я не оставлю тут ни одну из вас. Мира! Черт, что она делает? Лежит там патроны. Ой, не к добру это все, ой, не к добру. Патроны для снайперки. Еще прокачка есть. Зеркало, то есть. Так, что мы можем сделать? Давайте на всякий случай взрывной болт один. Дымовой нафиг нам не нужен. Смысла нет для штурмовой винтовки делать один патрон, я думаю. Восемь тысяч. А, ключик есть. Точно. Я могу вам чем-то помочь, детектив? Да, дай мне базуку. Ты... Восстановление. Нам надо. Нам нужно вниз. Этих еще не хватало, блин. Я должен от них избавиться. Тогда я до нее доберусь. Быстрее, 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 пинок. А, че, пинок не сработал? Там откуда взялся? Ей-ей-ей-ей. Нет, ничего вообще, блин.
это пистолет чем помощнее тебе. Капец, а? Промазал, чтоб тебя. Так, хорошо. Надеюсь, она не ушла далеко. Это, я думаю, это повезло просто. Я так думаю. Так, собираем все, что плохо лежит. Зарядим. А там банка лежит, бутылка. Ладно. Мира, стой! Чтоб тебя. На это времени. Гори. Блин. Что за фигня-то? Почему ты не упал? Ты должен был упасть. Вот так. Ну, давай, подходи. Ближе. Ты засранец. Патрончики к дробовику. Бензин разлит, ну сколько можно. Еще сейчас повылазят, это стопудово. Вон она.
господи! Да чтоб тебя! А чё она такая большая? Реально что-то. Воу. Куда тебе? В этот, в столб стрелять или куда тебе стрелять? Выкидывайся. Бесполезно стрелять. Ой. Здесь пусто. Фу. Сам загорелся еще. Кто ты, Себастьян? Ну, чё? Здесь тупик. Уходи. Они кончились. Черт. Давайте болтами. Что делать-то? Так, один взрывающий болт. Главное не промазать. Остановись ты. Держи. Патрон кончился.
блин, далеко. Дробовик, конечно, здесь. Же. Если только попробовать. Вот этот. Там где-то патроны лежали еще. Давайте найдем. Отлично. Тут хоть на дальнее расстояние может немного. Блин, все пусто, пусто везде все. Еще патроны. Дымовой болт. Ну зачем нам дымовой болт? Вообще нигде нету. Создать-то что-нибудь можем. Для штурмовой винтовки, для пистолета. Так, взрывной болт. Давайте попробуем. Я думаю, ничего это не даст. Что теперь делать? Патронов нет. Ничего нет. С ножиком на нее. Два патрона. Ну ладно, давайте попробуем. Да ладно. Это было на грани, просто на грани. Хоть бы это была последняя тварь. Десять тысяч. Геля. Жесть. А вот и патрончики лежат. Два патрона. Так, давайте лучше... Выберем, наверное, вот этот. Хоть на дальнее расстояние попадает, стреляет. В принципе, здесь мы уже все собрали. Вот. Я не дам тебе навредить, Лили. Навредить? Да я никогда.
Я люблю ее. Твоя любовь ее не защитит. Это могу только я. Я велела тебе уйти. Ah!